добрый день, и Христос воскрес! Вы готовы прославлять Бога сегодня? Давайте сделаем это вместе! Даже во тьме свет явишь мне, тебя буду славить вечно. Смотрю на тебя, и вера возрастает вновь. Цепи падут, ведь имя Иисус прогонит весь враг и будет свет. Моя душа воскресла из пепла для тебя. Излей славу свою! Излей славу свою! Наполни жизнь мою тобою, к любви твоей без конца. Приходим мы с хвалою. Мы приходим с хвалою сегодня славить Господа нашего. Даже во тьме свет явишь мне, тебя буду славить вечно. Смотрю на тебя, и вера возрастает вновь. Цепи падут! Цепи падут, ведь имя Иисус прогонит весь враг и будет свет. Моя душа воскресла из пепла для тебя. Излей славу свою, Господь! Излей славу свою! Наполни жизнь мою тобою, к любви твоей без конца. Приходим мы с хвалою. Вознесем тебя, Иисус. Сердце ты зажег огонь. И пусть мое сердце не молчит, сила твоя живая побеждает смерть. Аллилуйя! Излей славу свою, наполни жизнь мою тобою, к любви твоей без конца. Приходим мы с тобою. Вознесем тебя, Иисус, в сердце ты зажег огонь. Аллилуйя! Давайте все вместе. Излей славу свою, Господь. Излей славу свою. Наполни жизнь мою тобою, к любви твоей без конца. Приходим мы с хвалою, излей славу свою. Наполни жизнь мою тобою, к любви твоей без конца. Приходим мы с хвалою. Тебя, Иисус, сердце ты зажег огонь. Вознесем тебя, Иисус, сердце ты зажег огонь. Славим тебя, Иисус. Аллилуйя! Нашему Богу, к Его ногам мы можем принести все наши нужды, все наши переживания, все наши страхи. И только Ему можем сказать, что я в Тебе нуждаюсь. Вот я здесь, перед Тобой, лишь Тебе найду покой.
душу наполняй мою. Я в тебе нуждаюсь, Боже, каждый миг нуждаюсь, моя защита и покой в тебе, Бог, нуждаю. Иисус достоин славы, Иисус достоин чести. Послание к Филиппийцам, 4 главе, 4 стихом, апостол Павел сказал следующие слова, которые относятся и к нам с вами. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Повернитесь к рядом стоящему и скажите «Радуйся». Радуйся. У тебя есть мотивы радоваться сегодня. У тебя есть много мотивов для того, чтобы быть радостным сегодня, радоваться в Господе. А теперь я прошу вас, скажите еще одно слово. Всегда. Всегда. Повернитесь друг к другу, скажите, всегда радуйся. Всегда радуйся. Апостол Павел усиливает это заявление, и он говорит, повторяю вам, всегда радуйтесь, Господи. И еще раз говорю, радуйтесь, говорит апостол Павел.
Мы благословены Богом. У нас множество мотивов для того, чтобы радоваться, радоваться в Господе, радоваться тем, что Бог совершает в нашей жизни. То, что мы находимся на этом месте, это мотивы для радости. То, что мы прощены, это мотивы для радости. То, что ты здоров, это мотивы радоваться. То, что ты сегодня мог прийти своими ногами, это мотивы для того, чтобы радоваться. Если ты слышишь и видишь, если ты ощущаешь Божье присутствие, радуйся в Господе. Бог просил тебя, Бог любит тебя, Он заботится о тебе. Мы живем в мирной стране, давайте видеть то прекрасное и доброе, что есть в жизни нашей. И в этом радоваться, за это благодарить Господа. Апостол Павел тогда, когда писал эти слова, он находился в тюрьме, находился в темнице, будучи скованным, связанным. И в этом контексте он диктует, потому что, в принципе, и не мог писать, он диктует эти слова. Он диктует это письмо другому, который писал письмо Писцу и после передал нам. И сегодня это послание дошло до нас. Он находился в очень тяжелом контексте. И несмотря на то, что происходило в его жизни, несмотря на те обстоятельства, в которых он находился, он находил мотивы радоваться. Давайте мы будем находить мотивы радоваться, торжествовать, славить Иисуса, благодарить Иисуса, поклоняться Иисусу. Он благ по отношению к нам, Он любит нас, Он с нами, Он на нашей стороне, Он слышит нас, Он не оставляет нас. И я приглашаю вас сейчас, давайте в молитве благодарить Иисуса, в молитве поклоняться Иисусу, благословлять Иисуса. Иисус, мы благодарим Тебя. Иисус, мы превозносим Тебя. Иисус, слава Тебе. Иисус, честь, хвала, благодарение Тебе, Иисус. Мы здесь для того, чтобы радоваться, не печалиться, не унывать, но радоваться, потому что Ты с нами, Ты Бог наш, Ты наша скала, Ты наша крепость, Ты Бог сильный, Ты просил нас, Ты любишь нас, Ты заботишься о нас, Ты благословляешь, Ты дал нам жизнь. Иисус, да будет имя Твое благословено. Иисус, мы здесь для того, чтобы в радости превозносить Тебя, в радости славить Тебя, петь Тебе, поклоняться, молиться Тебе. Ты достоин всей чести и всей хвалы. Нет места уныния, но есть место в сердцах наших и в жизни нашей радости и хвалы имени Твоему, Отец. Мы поем и благословляем Тебя, Иисус. Никогда. Во время бурь поет душа, я не сверну, свободен я. Ты все, что нужно мне, ты все, что нужно мне. Я найду в Тебе. Христос, Ты все во всем, радость и спасение. Иисус наш здесь, Его будем славить. Ты все, что нужно мне, Иисус, ты все, что нужно мне, все, что нужно мне, Христос мой. Я найду в тебе.
За Иисусом мы решили идти, и нет пути назад. В Нем радуемся, Его благодарим и Его славим. Он Бог наш, Он любит нас, Он заботится о нас, Он прощает, спасает, меняет жизни наши, изливает благодать и благословение свое в жизнь нашу. И мы здесь для того, чтобы Его славить и Ему поклоняться. Давайте воздадим Ему громкие аплодисменты. Он достоин славы, Он достоин чести, Он наш Господь. Он благ по отношению к нам. Я приглашаю вас, займите места, присаживайтесь. И желаю, чтобы мы вместе с вами поприветствовали наших гостей. Те, кто сегодня впервые в церкви Филадельфии, давайте мы поприветствуем, скажем добро пожаловать, скажем о том, что мы рады видеть наших гостей, те, кто сегодня впервые в церкви Филадельфии. В дальнейшем на мониторе мы сможем просмотреть новости церкви Филадельфии. Пол и Юнис вместе со своей маленькой дочерью Соломией являются миссионерами в исламской среде на Ближнем Востоке. Перед отъездом на миссию они 3 года служили Господу в Добрудже. Теперь они активно участвуют в ученичестве христиан, недавно принявших Иисуса, и насаждении церквей среди мусульман. Помолимся за защиту всей семьи, за то, чтобы Дух Святой действовал в жизни тех, кому они служат, и за благословение тех, кто поддерживает миссионерскую работу. Участвуйте с нами в благотворительном проекте для социально уязвимых людей «Серва Базар». Если вы хотите пожертвовать одежду для этого проекта, вы можете принести ее до 16 июня на рецепцию церкви с условием, что вещи будут чистыми и пригодными для использования. Вместе мы можем сделать мир лучше. В жизни есть вещи, которые вы не можете сделать в одиночку. Например, играть в футбол, лечить зубы, застревать в пробках, организовывать флешмоб, участвовать в веселых стартах, обедать в компании, играть в игру доверия. Некоторые вещи в жизни просто не работают без участия других. Твое духовное путешествие входит в одно из этих занятий. Гораздо лучше пройти это вместе. Не теряй возможность и запишись сегодня в группы. Необыкновенная возможность для успеха вашего ребенка. Молдофинский лицей или Молноу помогает каждому ребенку максимально раскрыть свой потенциал в жизни. Вместе с профессиональной командой преподавателей мы инвестируем в детей, чтобы они раскрыли свой потенциал, развили свою личность и повысили академическую успеваемость благодаря современным и инновационным методам образования. Учебный процесс в детском саду, гимназии, лицее проходит в обстановке, основанной на христианских ценностях. Ваш ребенок заслуживает лучшего. Звоните сейчас 060-200-480. 022-745-434. Информация о нас на Facebook или на сайте ilimulnow.md. Открывается запись в летний детский клуб. Если вашим детям от 7 до 12 лет, вы можете подарить им уникальный опыт. В период с 17 по 21 июня хорошо подготовленная команда лидеров вместе со специальными гостями из Соединенных Штатов Америки предоставят вашему ребенку отличную программу, развлечения, спортивные мероприятия, творчество. И все это вместе с практикой английского языка. Для информации и регистрации звоните 0690-66727. Просим вас, отключите свои мобильные телефоны или включите беззвучный режим.
Дорогие друзья, уважаемые гости, в продолжении нашей программы мы вместе будем молиться о наших с вами нуждах. Обычно в течение собрания в воскресенье мы проводим время в поклонении, в прославлении нашего Господа. Мы проводим время в том, чтобы слушать презентацию, которая предоставляется нам через проповедь Слова Божьего из Библии. Но специально выделяем время, где каждый из нас может попросить у Бога то, в чем больше всего нуждается. И сегодня мы будем молиться об исцелении людей, тех людей, которые находятся в болезни. Часть имен записаны на экране, и я приглашаю вас просить, чтобы Бог исцелил этих людей, произнося их имена в молитве и прося у Бога, чтобы Он их исцелил. Также мы будем молиться о болезнях, об исцелении болезни тех людей, кто находится здесь, в зале. После оглашения всех мотивов, о которых будем молиться, я приглашу вас выйти сюда наперед, где мы сможем вместе в единстве молиться о ваших нуждах. Также мы будем молиться о том празднике, который скоро, вот-вот уже наступит. И мы будем молиться специально, особо за наших с вами гостей, тех людей, которых приведем на этот большой праздник, юбилей нашей церкви. Их имена записаны здесь, в этих формулярах, и здесь также есть и твой формуляр с людьми, которых ты приведешь сюда, на это место. И у каждого из нас есть эмоции по отношению к тому, каким образом наши гости отреагируют, придут или нет. Поэтому мы молимся и просим, чтобы Бог благословил, и эти люди не имели никакого препятствия, и мы бы смогли привести их сюда, на это место. И еще одна особенность, прежде чем мы перейдем к самой молитве и будем просить. Давайте мы вспомним наши с вами отношения с родителями. И если мы уже родители, то с нашими детьми. И одна тонкость, которая существует и там, и в наших молитвах нашему Небесному Отцу. Когда ребенок что-то просит у своего отца или у мамы, скажите, он сомневается в том, что ему это сделают? Если родитель пообещал, что хорошо, я это сделаю, вспомните себя, что вы делали? Со спокойным сердцем доверяли и ожидали исполнения того, что вы попросили у своих родителей. Так оно было. С таким же отношением я приглашаю вас произносить, просить у нашего Небесного Отца, чтобы Он ответил на эти просьбы в нашей молитве. Я приглашаю вас подняться и приглашаю выйти наперед тех людей, которые желают, чтобы о них помолились с возложением рук. Наши лидеры, лидеры нашей церкви, также выйдут и будут вместе с вами молиться и просить о том, чтобы Бог благословил и ответил вам на вашу нужду. Приглашаю подняться всех остальных, и вместе мы будем просить, чтобы Бог благословил, исцелил и ответил на наши нужды. Великий наш Господь, мы благодарим Тебя, что у нас есть такая возможность просить у Тебя, Господь, помощи и знать, что Ты великий, любящий, живой Бог и отвечаешь нам на наши молитвы. Мы просим об исцелении, Господь, Нику, Анастасии, Елены, Марка, Вероники. Прошу, благослови этих людей, Господь мой, и дай им здоровье. Ты видишь тех, кто вышел сюда наперед и просит об исцелении также. Прошу, коснись Твоей рукой и внеси, Господь мой, в тело
это исцеление и здоровье. Мы просим это на основании Твоего Слова, Отец, и просим это во имя Сына Твоего. Прошу, благослови и ответь на эти нужды. Прошу, Господь мой, о тех людях, кто имеет другие нужды, отличные от исцеления, Господь мой. Восстанови, прошу, Господь мой, что необходимо восстановить и воздай, благослови, Господь. И также просим, Господь, о миссионерах. Просим за Пола, Господь мой, и о том, чтобы Ты благословил, Господь мой, этих людей в том служении, которое они несут перед Тобой. Особым образом мы просим за тех людей, которые записаны здесь, в этих формулярах. Прошу, благослови каждого человека, кто записан здесь, великий Господь, потому что мы хотим видеть их здесь, на этом юбилее, и больше этого, мы хотим, чтобы эти люди смогли, Отец мой, примириться с Тобой, смогли бы прийти сюда, Господь, и увидеть через наше служение им Твою любовь и заботу о них. Прошу, благослови нас в этом. Мы надеемся на Тебя, как на своего Отца, Господь мой, и верим, что Ты благословишь и ответишь на то, что мы просим сейчас на этом месте. Благослови, великий Бог, превозносим, великий Отец, Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Занимайте ваши места в зале и не забывайте сообщать нам о том, каким образом Бог ответил вам на вашу молитву и дал ответ, разрешение, здоровье, если это случилось в вашей жизни. Давайте теперь мы вместе заполним формуляр коммуникации, который каждый из нас получил при входе в этот зал. На лицевой стороне я приглашаю вас, запишите вашу фамилию, ваше имя, отчество, и прошу вас обратить ваше внимание на то, что указано с правой стороны на лицевой части формуляра. Здесь вы можете сообщить нам о том, если пришли к нам в первый или во второй раз. Мы, как церковь, желаем нашим уважаемым гостям оказать еще один раз это уважение и выразить его тем, чтобы выслать по почте вам, уважаемые гости, наш фирменный подарок. Для этого я приглашаю вас, вы можете оставить ваш адрес, необходимые данные чуть ниже, чтобы этот подарок смог успешно прийти к вам домой. Если вы используете электронную почту и желаете быть в курсе событий нашей церкви, вы можете оставить ваш электронный адрес, и мы включим его в нашу новостную рассылку. Если вы завершили запись в этом формуляре, я прошу вас отложить его в сторону после презентации. Мы вернемся к нему и заполним обратную его часть. А сейчас мы готовим свои сердца для того, чтобы через презентацию мы могли узнать, понять, что желает сообщить нам Бог через пастора Андрея. Воскресение Христа дало начало преображенной жизни. Покинув могилу, Царь жизни тем самым дал начало движению людей, которые всецело и в полной мере посвящены, освобождены от какого бы то ни было бремени и наделены силой к победе. Убежденные в том, что Иисус жив, эти люди объединились в привлекательное сообщество – Церковь. В течение трех воскресений анализируем качество такой Церкви, в которой с уважением и интересом относятся окружающие люди. Привлекательное сообщество преображенной жизни.
Я приветствую тех, кто с нами онлайн. Приветствую составные части Церкви Филадельфии, Прункул, Русская, Дороская. Желаю, чтобы Господь благословил нас, собравшихся здесь. Сегодня третье воскресенье. Мы говорим на тему «Привлекательная церковь», «Привлекательное сообщество преобразования». Мы говорили на следующие темы на протяжении двух воскресений. Сегодня будем говорить на третью тему. Первая тема, которая была представлена в церкви Филадельфии, посвящены в полной мере. То, что характеризует привлекательную церковь. И мы говорили на самом первом служении три воскресения назад. Мы говорили о том, что в дни апостолов, первоапостольская церковь, первые христиане, тогда, когда они собирались, тогда, когда они проводили служение, то, что они делали, то, как они служили, насколько они были полны посвящения, все это влекло людей к тому, чтобы быть, присоединяться к верующим, познавать Христа. Они передавали жизнью о том, что есть Бог, и есть Христос, и есть прощение, они жизнью своей, своим посвящением передавали Евангелие, передавали благую весть. Но так происходит, что со временем, и мы видим в церквях, где немного людей, не то мы видим людей, которые засыпают, которые скучают, и вплоть до того, что комедии снимают и представляют в церквях, где смеются над тем, как люди ведут себя в церкви, то, что является неправильным, неподобающим и не должно так происходить. Мы говорим о привлекающей церкви. Мы говорим о церкви, которой частью люди желают быть, желают стать. Мы говорим об этих трех характеристиках. То, что привлекает, то, что побуждает людей приходить в церковь, быть в церкви, восхищаться и соединяться в том, чтобы поклоняться Богу. Во-первых, мы говорили о том, что посвящение помогает. И когда видишь человека, который посвящен на 100%, ты понимаешь, что этот человек искренен, и его посвящение, оно влечет тебя, оно затрагивает, и твое сердце не оставляет тебя безразличным. Мы говорили о двух барьерах в посвящении, в 100% посвящении Богу. Помните об этих двух барьерах? Первый барьер, первое препятствие – это проблема с нами, с самим собою. У меня есть проблемы с собою. А именно первое препятствие, первый барьер – это гордость. По причине гордости, не по причине высокомерия, но по причине того, что человек где-то себя жалея, не до конца посвящая себя Богу, где-то видя по-другому, желая чего-то иного, не до конца доверяя и руководствуя Словом Божьим, применяя истину в жизни своей, тем самым гордость препятствует нам в том, чтобы быть в полной мере посвященными Господу. Второе препятствие. И мы говорили о том, что это первый конкурент Бога в жизни нашей. И мы назвали, и Библия называет этого Бога Богом Мамона. Что значит мамона? Это материальное имущество, это деньги. Так сами деньги не являются проблемой. Сколько у тебя есть денег, это не проблема. Проблема твое отношение к материальным вещам, к имуществу и к деньгам. Проблема заключается в серебролюбии. И люди порой увлекаются материальными вещами и начинают настолько много времени уделять материальным вещам. И они делают все, и ты говоришь, почему ты не идешь в церковь, почему ты в воскресенье не приходишь на служение для того, чтобы здесь молиться, славить, петь, искать Бога, приближаться к Богу. Бог дал нам сколько дней в неделе? 7 дней, 6 дней. Неужели нам не хватает 6 дней для нас? День 7 отдаем Господу. В 7-й день приходим для того, чтобы служить, для того, чтобы славить Господа, благодарить за то, что Он благословляет нас на протяжении этих 6 дней недели. Знаете, мы получается следующее. Люди ищут обогатиться, люди зависимы или же серебролюбивы, не находят время для Бога. Бог занимает 2-е место в их жизни, на 2-м плане. И как в результате ты видишь этих людей, которые не поняли, что их счастье
восполнение и радость в этой жизни. Только в Боге. Они думают, что в материальных вещах и не имеют ни в материальном, ни в материальном, не имеют ни успеха, ни результатов, а даже если имеют, нет радости в том. Почему? Потому что наша радость в Господе. Потому что Бог – это источник благословения, это источник твоего счастья. В том, чтобы быть посвященными в полной мере Богу, есть два препятствия, есть два барьера. Это гордость, это проблема с самим собой и твое отношение к материальным вещам. В прошлое воскресенье мы говорили о том, что люди хотят видеть нас освобожденными от чего? От всякого бремени. И Иисус освобождает нас, истинно познав истину, углубляясь и пребывая в Слове Божьем, читая, ища, руководствуясь принципами Божьими. Твоя жизнь меняется, ты освобождаешься. Если ты искренен в своих отношениях с Богом, разве только если ты не желаешь, ничего не происходит в твоей жизни. Но если ты веришь, если ты применяешь к жизни свое слово, Слово Божье, если ты живешь в соответствии с Словом Божьим, это Слово начинает действовать. Иисус говорит, вера от чего? Вера от слышания, слышания Слова Божьего. Слушаешь Слово, принимаешь это Слово в жизнь свою, доверяешь, руководствуешься, начинаешь поступать в соответствии с Словом, и это Слово начинает действовать в твоей жизни. Иисус тогда, когда омывал ноги ученикам, Иисус говорит, так как я поступил с вами, так и вы делайте. Делайте людям, кто меньше вас, кто слабее вас, кто немощней, кто нуждается в вашей помощи. И Иисус продолжил, и Он сказал следующее в этой 13 главе в Евангелии от Иоанна. Блаженны вы, когда то, что знаете, исполняете. Благословение, блаженство приходит в жизнь нашу, не в результате знания. Мы можем знать много. Мы можем заканчивать теологические семинарии. Мы можем читать как минимум несколько раз в год Библию от корочки до корочки. Мы можем знать, учить стихи из Библии, главы наизусть. Мы можем много лет посещать церковь и знать все происходящее, и порядок, и устройство. Но в жизни нашей мы не будем до конца освобождены, радоваться свободой, если не позволим Слову Божьему, чтобы меняло нашу жизнь, если мы не начнем поступать по Слову Божьему. Блаженство, благословение приходит в жизнь нашу, когда мы доверяем Слову Божьему и верою действуем в соответствии с Словом, в соответствии с словами Иисуса Христа. И тогда, когда мы поступаем в соответствии с словами Иисуса Христа, Бог освобождает. Он обещал, Он это сделал на кресте, там на кресте Он разорвал цепи греха. Если в Ветхом Завете, если до Христа люди старались своими силами как-то исполнить закон, исполнить волю Божью, и они были бессильны в этих попытках, как сильно бы ни старались и сколько бы ни пытались исполнить закон Божий, они не могли этого сделать. Почему? Потому что природа, натура наша, она является грешной. И тогда пришел Иисус. Пришел, и там на кресте Он, придя, исполнил весь закон. Там на кресте Он умер за наши грехи, за наши немощи, за наши болезни, за то, что мы не можем, Он смог это сделать. Более того, уходя на небеса, Он сказал о Духе Святом, который даст всем верующим и любящим Господа. И Дух Святой, который в нас дает нам силы жить по Слову, по воле Божьей, жить в освобождении, в свободе, если поступаем не по плоти, но по Духу. Если мы вкладываем в духовную жизнь, если пребываем в Господе, если молимся Богу, если ищем Бога, если вкладываем в духовную жизнь, руководствуемся Духом, тем самым переживаем свободу. Если живем по плоти и вкладываем в нашу плоть, естественно, проявляются в жизни наши дела плотские. Люди сегодня и привлекательная церковь, церковь, которая сегодня притягивает людей, люди видят, что это другие люди, это не такие, какие, как все. Они жизнерадостные, у них есть надежда. Бог что-то сделал в их жизни, Бог что-то поменял. И они видят, что вроде бы живут, как и все живут. Вроде бы
И у них есть трудности, как и у всех есть трудности. И они ходят на работу и с работы, занимаются делами, но они выглядят совершенно иначе. Они выглядят свободными, беззаботными. Почему? Потому что Иисус принес эту свободу. Мы отказались от страха отвержения и аморальности. И поэтому избрали жить по духу, избрали жить в той свободе, которую дал нам Господь Иисус. Сегодня я хотел бы говорить на следующую тему, на третью тему, и этим мы завершаем серию проповедей привлекательной церкви. Третья тема, третья характеристика привлекательной церкви является люди, наделенные силой к чему? К победе. Иисус говорил о том, что через Него нам доступна жизнь с избытком. В Иисусе нам дана жизнь, и не просто жизнь, не просто существование, как мы говорим, люди порой, ну и люди жалуются, и как-то хотят донести, насколько тяжело они живут, и как им трудно, и насколько у них не получается в жизни, и они, когда ты спрашиваешь человека, ну как ты живешь, знаете, что они отвечают? Они говорят, я не живу, а я что делаю? Существую. Так люди отвечают, мы не существуем, мы живем. Иисус дает нам жизнь, и дает нам жизнь с избытком. Иисус наделяет нас силой к победе. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, 10 стихом, мы читаем в новом русском переводе Библии, мы читаем следующие слова Господа Иисуса Христа. Вор приходит только для того, чтобы что сделать? Украсть, убить и разрушить. Что это за вор, о котором говорил Иисус? Совершенно верно. Он атакует состоятельных людей, он атакует тех людей, которым дано было от Господа что-то. Скажите, вор, кому приходит обычно, кого он обворовывает? Бедных людей? Вор ворует у бедных? Если у тебя, если нечего, нечего у тебя взять, будет ли он приходить к твоим, будет ли он рисковать, будет ли он что-то делать? Он ищет людей, у которых есть что взять. Он анализирует, он смотрит, что если он сделает этот шаг на воровство, он, естественно, думает, чтобы был какой-то результат. Так и дьявол, тактика дьявола точно такая же. Дьявол, если ты далек от церкви, далек и не живешь, нет у тебя принципов, нет у тебя, не применяешь к жизни своей, ты не обогащен небесными Божьими обетованиями, благословениями в жизни твоей, естественно, и дьяволу нечего забирать, потому что у тебя нет ничего. Но если у тебя есть, сегодня ты живешь в благочестии, если сегодня ты прилагаешь старания, если ты сегодня пытаешься жить по Слову Божьему, если сегодня ты ищешь исполнить волю Божью, жить в духе, ходить по духу, естественно, в твоей жизни будут искушения. Естественно, дьявол будет приходить и будет искать украсть то, что дал тебе Бог. Прощение, исцеление, освобождение, то благословение, те отношения хорошие, которые есть у тебя с друзьями, с родственниками на работе, будучи светом, будучи солью, будучи примером, естественно, будучи святым человеком, отличаясь, он будет атаковать для того, чтобы своровать, забрать у тебя эти вещи. Поэтому вор приходит, сказал Иисус, с определенной конкретной целью, только для того, чтобы украсть мир, украсть радость, любовь, милость, долготерпение, все те качества, все то богатство небесное, которое Бог вкладывает в жизнь твою. Дьявол приходит для того, чтобы это украсть. И после тогда, когда он опустошил, он ищет погубить тебя, разбить тебя, вести тебя в состояние, безжизненное состояние, на уровне, на духовном уровне, разрушить жизнь твою. Дьявол атакует людей, которые получили от Христа прощение, получили дары, живут по-божьему, обогащены словом. Естественно, дьявол ищет украсть у этих людей. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и разрушить. И Иисус же говорит, я пришел, если дьявол ищет разрушить жизнь человека. Если вы сегодня спросите, ну, если есть Бог, почему столько войн, почему болезни, почему страдания, почему отвержение, почему боль? В первой части этого стиха вы найдете ответ. Читаете, находите этот ответ? В первой части. Есть вор, есть дьявол, который приходит для чего? Для того, чтобы украсть то прекрасное и доброе, которое Бог дал нам.
Это произошло в Эдемском саду в самом начале, когда Бог первых людей сотворил, поместил в Эдемском саду, Бог дал им все, что им, все, что нужно было для того, чтобы они были счастливы. Бог совершил, Бог соделал совершенных людей, поместил их в Эдемском саду, у них все было. Бог сказал им, пожалуйста, населяйте землю, плодитесь, размножайтесь, живите, радуйтесь взаимоотношениями со мною. Можете видеть, можем общаться. То есть вы имеете доступ к духовной жизни. То есть все небесные благословения высвобождены на вас. И приходит дьявол в Эдемский сад, и он начинает что делать? Начинает обманывать, начинает воровать. Он ворует то, что Бог дал им. В результате их жизнь была разрушена. Не просто их жизнь была разрушена, но была разрушена жизнь и тех, которые родились от первых людей, и наша. И грех посредством первых людей вошел в этот мир. Дьявол имеет доступ к жизням людей, и мы читаем первую часть, то, что он делает. И поэтому войны, поэтому болезни, поэтому страдания воруют здоровье, воруют мир, воруют все то прекрасное, что дал Бог человеку. И Яков говорит о том, что все доброе, и мы читаем во второй части также слова Иисуса. Иисус говорит, я пришел, чтобы дать жизнь. Иисус пришел для чего? Для того, чтобы дать жизнь. И при том, в какую жизнь? Просто жалкое какое-то существование, влачение. Иисус говорит, я пришел для того, чтобы дать жизнь. И при том, и жизнь в избытке, в не просто достаток, но более достатка. Как бы вы описали жизнь с избытком, которую предлагает Иисус? Как мы можем жить с жизнью с избытком? Во-первых, для того, чтобы жить жизнью в избытке, необходимо изменить что? Свое мышление. Апостол Павел говорит, обновите разум ваш. Если ты не обновил свое мышление, если ты не обновил свой разум, естественно, ты будешь руководствоваться прежними вещами из жизни твоей, тем, чему научил тебя дьявол, тем, чему научил тебя грех, тот образ жизни, который у тебя был до Христа. Поэтому в момент, как ты уверовал в Бога, в момент, как ты познал Иисуса, надо что-то начать менять в жизни твоей, надо менять свое мышление. Наибольшее количество битв было выиграно или проиграно в жизни человека не на физическом уровне, не на уровне отношений, но на уровне нашей головы, в нашей голове. Количество битв, которые были выиграны и проиграны, они происходили на уровне нашей головы. Поэтому апостол Павел, сам Иисус, он говорит о том, что нам необходимо менять свое мышление. И он пришел для того, чтобы дать жизнь и дать жизнь в избытке, с избытком. Иисус это принес, он это совершает, дает нам все, что нам необходимо, необходимо принять или же изменить свое мышление. В книге Притч, 23 главе, 7 стихом мы читаем следующее слово. «Потому что каковы что? Мысли в душе его». Если ты мыслишь как бедный человек, не удивляйся, что ты бедный. Если ты мыслишь о себе, и ты говоришь, я некрасивый, я вот никому не нужен, я вот такой, и вот я уже вот и годам, и лет мне много, и я бесполезен. Это будет происходить, это будет отображаться в твоей жизни. Еще раз, смотрите, что говорит Слово Божье. Притчи, 23 глава, 7 стих. «Потому что каковы что? Мысли, душе его таков». Все очень просто. Человека определяют его мысли, которые находятся в его голове. Поэтому Павел акцентировал, обновите свое мышление, обновите свои мысли, отбросьте старый образ жизни. Или тот пример жизни, то, что вы унаследовали, то, что вы имели до того, как вы пришли к Христу, те примеры, те модели, те взгляды, то, что вам было представлено, отбросьте, оставьте. Теперь мы познали Христа, Иисус дает жизнь и дает нам жизнь с избытком, в избытке. Поэтому необходимо принять Его принципы, Его модели, принять Его мысли. Ваша жизнь следует зачем? За нашими мыслями. Наш образ мышления определяет стиль нашей жизни. Это очень важно запомнить. То, что происходит внешне,
в твоей жизни. Все это происходит внутренне. Внешне оно лишь отображается, всего лишь показывает то, что происходит на внутреннем твоем уровне, в состоянии. Послание к Римлянам, 12 главе, во 2 стихе мы читаем, в первой части стиха читаем следующие слова. «Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь, не подражайте людям, которые не имеют ни жизни, ни понимания, ни надежды, ни будущего. Они не знают, откуда пришли, куда идут, изобретают различные теории, верят в различные глупости, навязывают эти глупости. Люди принимают, живут по каким-то моделям, которые являются мертвыми, не имеющим никакой жизни, и заставляют людей страдать и жить в несчастье. И Иисус говорит, не сообразуйтесь веком сим, не подражайте этому греховному миру. Он говорит, но преобразуйтесь, адаптируйте к жизни своей процесс преобразования, процесс развития и изменения. С момента нашего рождения и до смерти человек растет, человек развивается. Знаете, но так происходит столько времени, сколько развития. Очевидно, человек развивается, когда развитие нам государство навязало определенные нормы развития человека. А именно, детский сад, начальные классы, гимназии, лицей, колледж, университет. Все, работа и работы. Это понимание, это то, что было навязано, это то, что для нашей жизни. А потом пенсия, 60, кто в 60, кто немножко старше, и что дальше? И дальше не нужен. Дальше иди и делай, что ты хочешь. Это мышление навязано нам, когда мы понимаем, что столько с момента нашего рождения и до того момента, в который мы встретимся, перейдем от этой жизни в жизнь вечную, встретимся со Христом, должен быть постоянный процесс развития, преобразования в нашей жизни. Поэтому Иисус говорит, не сообразуйтесь, не подражайте. У них много моделей, у них много схем, у них много различных представлений о жизни человека. Иисус говорит, преобразуйтесь, постоянстве ищите обновления и изменения. Меняйте свое мышление для того, чтобы знать, окей, хорошо, то, что мир мне предоставляет, неправильно, я вижу, что не подходит, является неверным. А где взять пример? Библия, Слово Божье показывает, что делать, как быть, следовать за Иисусом, сообразуясь с веком сим, это невозможно. Каким образом мы можем пережить изменения в нашей жизни? Павел продолжает, и он говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам, что делать? Познать, что есть воля Божья. Что нужно? Не руководствуемся тем, что нам навязали и дали знать и понимать. Но мы сегодня что делаем? Мы познаем, что волю Божью относительно нашей жизни. Воля Божья – это изменение, преобразование. И воля Божья для нас, Павел говорит, является какой? Благой, хорошей. Какой? Угодной и совершенной. Преобразование освежит и изменит, и поможет тебе сделать что-либо сильнее и лучше. Мы встречаем внутренний диалог с истиной. Процесс обновления внутреннего диалога является следующим. Этот процесс будет длиться на протяжении всей нашей жизни. Длится всю жизнь, в столько времени, сколько мы живем в этом мире. Провозглашаем Слово Божье, и то, что мы делаем, воплощаем Слово Божье в жизнь нашу. И я хотел бы, чтобы мы вместе провозгласили всего лишь несколько слов, которые записаны и сказаны Богом. Да, мы сегодня говорили немного из подобного стиха, из послания к Филиппийцам 4 главы 4 стиха. Иисус говорит, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда. Где? Давайте вместе прочтем. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Но знаете, когда мы его читаем, он относится к ним. А давайте мы его персонализируем, отнесем к нам. Вместо радуйтесь мы скажем радуйся. Андрей, Мария, Галя, Гриша, Вася, Миша. Давайте мы скажем радуйся и веселись, ибо велика твоя награда на небесах. Это слова, сказанные Иисусом Христом. Дальше.
Иисус говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Давайте мы персонализируем. Приду к Иисусу своими нуждами, обременениями, и Он что сделает? Успокоит кого? Их? Меня успокоит. Это Его мышление. Это Его воля относительно нашей жизни. Это Его слова. То, что нам нужно начать преобразовать, менять свое мышление. У нас есть Господь, есть Иисус, есть Его Слово, есть Его обетование. И это всего лишь несколько обетований из сотен обетований, оставленных Богом в Священном Писании. Еще одно обетование. Иисус говорит: «Се даю вам власть наступать на кого? На змей и скорпионов, и на всю силу вражью. И ничто, что сделает, не повредит вам». Опять говорится о них. Давайте мы персонализируем. «Се даю, дает мне власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто мне не повредит». Ничто не повредит мне. Читаем дальше. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет что? Жизнь вечную. И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Это перспектива Божья. Это Слово Христа. У нас есть мышление, в котором мы формировались многие годы без Христа, без Слова, без истины, без воли Божьей. Но здесь мы находим Слово Его, и в соответствии с Его Словом, в соответствии с Его волей мы должны преобразовать, менять наше мышление. От Иоанна, Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих, Иисус говорит: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Иисус говорил о Духе Святом, который дан верующим. Верующим в кого? В Иисуса Христа. Верующие в Иисуса, кто верует в Иисуса, у того, как написано в Библии, в Священном Писании, из чрева, из Него потекут реки воды живой. Читаем еще одно обещание, обетование, послание Галатам, 5 глава, 1 стих, послание апостола Павла, которое относится и к нам. Христос что сделал для нас? Освободил нас, чтобы мы были какими? Замкнутыми, связанными, обремененными, жалкими, существующими, а не живущими. И Павел говорит: Христос освободил нас. Это истина. Это то, что Иисус сделал для нас. То, что нам необходимо, чтобы мы жили, оставались, были в этой свободе. Обновляя, преобразуя свой разум. Христос освободил нас, чтобы мы были свободными. Поэтому что необходимо делать? Стойте твердо и не подвергайтесь вновь чему? Рабству дьявола, греха. Как вы можете описать жизнь избытком, предложенную Иисусом? Пожалуйста, мы видим в этих обетованиях, которые оставлены Иисусом Христом. Церковь Филадельфия, и мы в церкви Филадельфии. Существуем здесь, служим Господу. И у нас есть две задачи. Прежде всего, что мы делаем? Поклоняемся Богу, славим Христа и служим людям. На этом месте мы славим живого, истинного Бога. В дальнейшем вместе с вами мы будем славить Иисуса. В следующее воскресенье у нас будет праздник. Будет юбилей, великий день церкви. Ожидаем гостей, друзей. Они хотят видеть нас, людей, которые являются измененными. Они хотят видеть людей, которые посвящены. Они хотят видеть людей, которые свободны, посвящены на 100%, свободны. Более того, и мы говорили сегодня о том, что обновляются. Они наделены силой жить по-божьему, жить по Слову Христа. Мы будем славить Иисуса, я приглашаю вас. Давайте мы поднимемся, и тогда, когда мы будем петь, тогда, когда будем славить Иисуса, будем делать это от сердца, будем делать это от души. Люди, которые придут, они будут смотреть на нас. И если мы скучаем и потерялись, скажите, давайте мы не будем их обманывать, не будем их вводить в заблуждение. Я верю, я знаю, что вы любите Иисуса, вы искренне служите, славите Иисуса, поэтому давайте это делать от души, от сердца. Славить Иисуса, благословлять Его. Мы славим Иисуса, мы поклоняемся Иисусу и служим людям. Будем петь Иисусу, славить Его имя.
Живу, но живет Господь во мне. Аминь. Давайте будем это провозглашать в следующей песне и славить Его. Аллилуйя. Начало дней моих, жизнь моя в руках Твоих. Нас ничто не разлучит, Ты мой покров и крепкий щит. И скажем вместе, я не просто плоть и кровь, я для Божьего рожден. Ты мой Бог, ты всегда со мной, жизнь моя и воздух мой. Что бы ни случилось, я живу тобой. Знаю я, если упаду, силу я в тебе найду. Что бы ни случилось, я живу. Я живу тобой. Я живу тобой, Иисус, и в пустыне, и во тьме. Я живу тобой, Господь. И в пустыне, и во тьме радость я найду в тебе. Ты из глубин поднял меня, и даже смерть мне не страшна. Ты мой Бог, ты мой Бог, ты всегда со мной, жизнь моя и воздух мой. Что бы ни случилось, я живу тобой. Знаю я, если упаду, силу я в тебе найду. Что бы ни случилось, я живу тобой. Я живу тобой. И вся церковь споет, и уже не я живу вместе. И уже от начала и вовек. Ты достоин славы, ты достоин славы. Давайте громче ему споем. Уже не я живу. И уже не я живу. Живет во мне Христос мой. Живет во мне Христос мой. Аллилуйя, Иисус. От начала и вовек. Ты достоин славы, ты мой Бог.
мной, жизнь моя и воздух мой, что бы ни случилось, я живу тобой, знаю я, если упаду, силу я в тебе найду, что бы ни случилось, я живу. Я живу тобой, знаю я, если упаду, силу я в тебе найду, что бы ни случилось, я живу места на короткое время. Возьмите формуляр, который вы получили тогда, когда пришли сегодня на служение. И вместе давайте мы заполним обратную часть формуляра, примем решения, связанные с сегодняшним служением. Самое важное решение, если ты еще не принял этого решения, если ты этот шаг не сделал в жизни твоей, поспеши это сделать сегодня. Посвяти свою жизнь Иисусу. С того дня, в который я посвятил свою жизнь Иисусу, я не сожалею ни об одном прожитом дне. Я жил 20 лет, и есть много сожалений именно в эти 20 лет. И я благодарю Господа, что от 20 и до сегодняшнего дня Господь благословлял, заботился, и я видел просто, как Он вел. И я благодарен Богу, что я сплю спокойно, я благодарен Богу, что Бог заботится обо мне, что Он простил меня. И я рад тому, что есть живая вера в Иисуса Христа, есть надежда, есть будущее, то, чего не было раньше. Поэтому, если у тебя были какие-то попытки служить Богу, что-то перенять, какую-то модель веры в Бога, сегодня есть Слово Божье, Слово Христа. Мы образованные люди, есть Священное Писание, есть Библия, есть книга, которой мы руководствуемся, читаем Библию, поступаем по Библии. И Библия говорит нам о том, что мы все согрешили. Христос говорит, что мы нуждаемся в том, чтобы получить прощение. Поэтому, если ты не каялся, если ты не посвящал свою жизнь Иисусу, посвяти сегодня свою жизнь Иисусу. Он пришел для того, чтобы ты имел жизнь, и мы сегодня говорили, какую жизнь? Просто жалкое существование на земле. Жизнь с избытком. Жизнь в избытке. Не просто в достатке, но в избытке. Не просто тебе хватает, но и другим помогаешь. Не просто ты радуешься, но и люди, где ты находишься, радуются. Радуются, потому что ты есть, потому что Бог с тобой, потому что они могут знать тебя. Ты являешься головой, а не хвостом. Именно таковыми Христос делает нас. Избери служить Иисусу, и ты не пожалеешь об этом. Следующее решение. Выбери сегодня жить полноценной жизнью во Христе. Полноценной жизнью во Христе. Третье решение. На протяжении этой недели ежедневно молись и сделай все необходимое для того, чтобы пригласить на юбилей, великий день церкви, своих гостей, 4 человек. Тогда, когда мы были на служении прошлое воскресенье, нам даны были следующие пригласительные. Эти пригласительные необходимо активировать или зарегистрировать на рецепции. Поэтому, да, здесь есть свободное место, есть 2 графы, да, и их нужно заполнить. Подойдите на рецепцию или позвоните, если вы видите, что много людей, это можно сделать из дому. Позвонить на рецепцию в любое для вас удобное время, чтобы не ждать на рецепции, и зарегистрировать эти билеты для ваших гостей. Еще раз, людей много, и мы хотим быть уверены, что для всех будет место в зале. Не хотели бы, чтобы, если вы знаете, что на празднике у нас людей очень много, и было время, что и на лестничной площадке, и на лестницах стоят люди, и в холле сидят, и в столовой кругом. Поэтому мы хотим, чтобы люди сидели в зале, чтобы они могли быть в праздник и радоваться в этот праздник вместе с нами. Поэтому воспользуйтесь билетами, зарегистрируйте их, молитесь за людей, которых желаете пригласить, и приглашаем на этой неделе. В воскресенье у нас юбилей, в воскресенье у нас праздник. Мы празднуем 25-летие Церкви Филадельфии. Слава Иисусу!
Также ты можешь пожертвовать, внести свой вклад для организации юбилея церкви. Отметь, если ты хочешь это сделать. Запиши сумму, которую ты хочешь пожертвовать на праздник, который организовывает церковь. А также формуляр, он состоит из конверта. В этот конверт ты можешь положить свою десятину, ты можешь положить дар благодарности, поддержать миссионеров или же пожертвовать для образования бедного ребенка или способствовать, предоставить, пожертвовав, способствовать тому, чтобы был дан обед нуждающемуся человеку. Запиши, на что ты хочешь пожертвовать, отметь в формуляре, положи, опусти в конверт, сделай это от души, от сердца. Если не желаешь, ты свободен, ничего не ложить в этот конверт. Все, что ты делаешь, это между тобой и Богом. Мы не контролируем, это не плата за служение. Ты ничего не обязан ложить в этот конверт. Знаете, есть люди, которые говорят, ну ты пойдешь туда в церковь, а они начнут забирать твои деньги, никто у вас ничего не будет забирать. Все, что мы делаем, делаем на основании любви к Богу и на основании жертвенности. И это исходит из нашего желания, из доброты, из добрых намерений, хороших. Если есть правильное сердце, и то, что ты ложь делаешь с правильным сердцем, это принято и Богом, и людьми, и воспользовано в том, чтобы помочь и другим людям. Поэтому то, что ты делаешь, делает сердце. Если не расположен, будь с нами, радуйся, когда придешь к такому пониманию или что-то захочешь пожертвовать. Мы будем рады принять твое пожертвование и служить людям посредством того, что жертвуем. Если вы заполнили формуляр, я приглашаю вас сейчас подняться. Мы поблагодарим Бога, помолимся Богу, попросим, чтобы Бог благословил наше решение, наши пожертвования и употребил для славы своей. Отец, благодарим Тебя. Отец Небесный, мы славим Тебя, благословляем. Благодарим Тебя за Иисуса, за Сына Твоего. Господи, я молю и прошу Тебя, благослови всех тех, кто сегодня посвятил свою жизнь Тебе. Благослови тех, которые приняли решение принять водное крещение. Молю Тебя, Христос, о том, чтобы Ты помог нам жить полноценной жизнью в Иисусе Христе. Также на протяжении этой недели молиться и сделать все для того, чтобы пригласить наших друзей, знакомых, соседей, коллег, для того, родственников, чтобы они были с нами в праздничный день, чтобы в следующее воскресенье, в юбилей 25-летия, чтобы мы могли праздновать этот праздник с нашими друзьями, с нашими знакомыми, радоваться. Я молю Тебя, Господь, благослови в этом. Мы благодарны Тебе, Иисус. Благослови жертвенность каждого. Употреби все, что было пожертвовано для славы Твоей. Аминь. Берем формуляр и ручки, которые получили, опускаем в специальные ведра для сбора. Даже во тьме свет явишь мне, Тебя буду славить вечно. Смотрю на Тебя, и вера возрастает вновь. Цепи падут, ведь Тебя Иисус прогонит весь мрак, и будет свет. Моя душа воскресла из пепла для Тебя. Излей славу свою, наполни жизнь мою Тобою. Любви Твоей без конца приходим мы с хвалою. Давайте принесем нашу хвалу Господу. Он ее достоин. Аллилуйя! Даже во тьме свет явишь мне, Тебя буду славить вечно. Смотрю на Тебя, и вера возрастает вновь. Цепи падут, ведь Тебя Иисус прогонит из мрака, и будет свет. Моя душа воскресла из пепла для Тебя. Излей славу свою, наполни жизнь свою Тобою. Любви Твоей без конца приходим мы вместе с вами. Вознесем Тебя, Иисус. В сердце Ты зажег огонь.
вместе скажем: «Мой Царь Иисус, Тебе я пою!» «Мой Царь Иисус, Тебе я пою, и пусть мое сердце не молчит, сила Твоя живая побеждает смерть. Излей, излей славу Свою, наполни жизнь мою Тобою, в любви Твоей без конца. Приходим мы с хвалой, Иисус! Вознесем Тебя, Иисус! В сердце Ты зажег огонь! В сердце Ты зажег огонь, Господь! И ничто не сможет его погаснуть, пока я рядом с Тобой, и Ты рядом со мной, Иисус! Излей славу Свою! Излей славу Свою! Наполни жизнь мою Тобою, к любви Твоей без конца приходим мы с Тобой. Аллилуйя! Излей славу Свою, наполни жизнь мою Тобою, к любви Твоей без конца приходим мы с Тобою. Вознесем Тебя, Иисус, в сердце Ты зажег, в сердце Ты. Вознесем Тебя, Иисус, в сердце Ты зажег. Слава Иисусу! На этом сегодняшнее служение завершилось. Мы были рады видеть вас, и с нетерпением в праздничное служение мы ожидаем вас. Если вы еще не записались в одну из групп ученичества, я даже не могу себе представить, что вы еще не записались, сделайте все, чтобы сейчас, после служения, в холле записаться в одну из групп ученичества и быть частью одной из групп. Пусть Бог благословит вас. До встречи с миром Божьим!